Ну что, всем привет! У Иринки сегодня хинхали. Вот. Всем приятного аппетита. Также у меня небольшой кусочек хлебушка. Ну, майонезик. Кофе. А на десерт у Иринки шоколадка Аленка. Да? Вот так вот. Так что всем приятного аппетита. Кушайте вместе со мной и худейте. Так, раз. Два. А трис не будет. Жирно будет. Ох. Пельмешки без пешки. Ой. Давно не ела пельмешки. А, огурчик что ли достать? Солененький, а? Как думаете? Достать ли огурчик? Яринки? Или не достать? Лидия Васильевна, ну что теперь делать? Мария, привет, а у нас солнце, тепло, снега не было и ни разу. Ну, мы на разных точках живем. Мария, Татьяна, Вадимовна, привет. Наталья. Нелюбимый мой, возьми меня с собой. Конечно, давно не ходили. Чё, мы вот в тот магазин лет так 150 назад ходили. Понимаете? Не знаю, как-то туда нас не тянуло. Тамаринка говорит, пойдем. Я говорю, ну пойдем. Хотите? А, вот меня Лидия на капусту квашеную звала. Огромный привет. С клюквой. Ну, как-нибудь приду. То вчера пошли за капустой, а ее нет. Вот там была капуста с этим, со свеклой. Угу. Капуста со свеклой. Надо посолить немного. Тут что-то не солено. Люблю я макароны. Хотела лапшу сварить, ну ладно, не хватит мне. Артур. Ира, несложно догадаться, чем вы занимаетесь. Конечно. Чем я занимаюсь? Так, чем? Свободное время от еды. Вариантов много. На диване. В магазине пошла к соседке. Ой, я ж подавилась. А что ж, тебе не стыдно? Ой.
Ой. Вот так вот, да? Потом мазерку мало положила. Галина говорит, какие эти пироги вкусные, низкокалорийные и полезные. Как говорится, ем и худею. Где-то уже где-то в экран не влазишь. Так очки оденешь, все разглядишь. Понимаешь, Галина? Даже в экран тела не помещается. Так я в экран телом-то и не лезу. Начнем с этого. Ой. Вкусные, кстати, пельмешки. Пельмешки без пешки. Сколько налепила? 365 штук? Мало. Да. Надо было больше лепить. Какое мясо. Мясо. Я туда еще масло сливочное положила. Для вкусноты. Понимаете? О. Ой. Да. Ой, ну что ты разговариваешь? Ой. Не знаю, чем заняться. Скучно. Деньги скучно. Ну ладно, скучно, но полезно. Ой, кушанья, привет, спасибо за приятный аппетит. Кошки тоже, да, любят вкусняшки, не говори. Особенно Муська, она старая. Муська старая. Она у нас и чипсы ест, и сухарики. А вот Мария, да, у меня которая. Манька ее ж нелюбимая. Нет, она не ест. Не, хурму она не ест. Что, кошка дура, что ли, хурму-то есть? Вот так вот.
Не знаю. Что делать, а? Скажите мне. А я сяду в машину, поеду. Куда? Так оно. На улице холодно, 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 голодно. А, может сходить погулять, а? Что думаете? Нет, не знаю. Извините. В чем вопрос? Поеду к Любаше на чебуреки. Сначала к Лиде на капусту. Понятно. Акция в ленте. Сливочное масло. Скидка 30%. Это нахер нужно. Так оно. Прямо сейчас к Марии поеду. На безманьке. Все, короче. Я, похоже, дело наелась. На часах 00. Не, время 6 часов доходит вечером. 6 вечера доходит. Не дает. Буду кофе пить. Яринка не лезет больше пельмени. Говорят, и так жирно будет. Сожрать столько пельменей. Да? Говорит, хая треснет, говорит, у нее. И так, говорит, в экран туловище не влазит. Ну что теперь делать, чтобы в экран туловище не влазит? Маньки с мышкой, да. Понятно, да? Мои товарищи, друзья, хейтеры. 186 рублей, нифига себе ложка. Ложка, которой мы копали картошку. А вообще у меня в планах, не знаю, может сегодня, может, не сегодня точно, завтра или послезавтра сделать картоху в духовке. Эх, вкусно и полезно. Да, все полезно, что Иринке в рот полезло. Ладно, давайте Оленку заточим. Вкусная Аленка
Кстати, я даже удивилась, она 160 рублей у нас тут, представляете? А у вас жарко дешевая. Срок годности в норме. Ну, недавно сделали. Она говорит, мы ее по акции взяли. Ладно. Вы ее взяли по акции. Продаете за 160. Ну, а по акции, то почему ее взяли? Вообще накрутка в магазине 100%. Потому что надо же съездить, приобрести, потратить на бензин. Вот так вот, вы что думали? Все так просто. Сейчас мы туда куда ехать? Ну, некоторые вообще в Москву ездят за товаром. Я имею в виду продуктовая. Колбасятина. Ладно, хлеб-то наш местный, похер на него. Я говорю, пока из Москвы его везешь, он стухнет. Колбасятина. Вот раньше был сыр, да? Сыр. Сыр. Какой сыр? Колбасный, во, колбасный. Он был такой вкусный. А сейчас нет. А фигня. Сейчас сыры, фигня. Московская колбаса. Не, Аленка, вкусно шоколад. Аленка. Так, изготовлено 06.10.22. Годен до 06.10.23. А что, у шоколада год срок годности, что ли? Угу. Все понятно. Понятно, да? У шоколада срок годности год. Нет. Что теперь делать? Угу. Ой. Ну все, девочки. И мальчики, я поела. Было очень вкусно, низкокалорийно и полезно. Все полезло. Все полезно, что Иринке в рот полезло. Так что вам приятного просмотра. Угу. А я сейчас пойду. И вам всем пока-пока.